Хуй, вертикально. Я надеюсь, ты начал с этого момента вертикально, чтобы... Да. Нормально. Поехали. Я вот это все обрежу, как бы, вот так. Пау, пау. Перед началом хотелось бы извиниться, ну, за то, что я в предыдущем ролике себе позволил такую, ну, неприятную вещь конкретно послать, как ее зовут? Послать Ульяну нафиг. Я думаю, что этот поступок я себе позволил, это не стоило. Но, ну, согласитесь, хотя, с другой стороны, то, что, ну, хорошего человека просто так нафиг ведь не пошлю, да, вообще, я думаю, что вот это вот Ульяна Молодняков, вот что я с ней делаю. Поняла. У тебя носки рваные, кстати. Поняла? Ладно, ты понимаешь, что я вот это просто въебываю сейчас на видео, но Ульяна Молодняков, на самом деле, считаю, что она клевая девочка, да? Да. Ну, то есть ебалами больше ведь не будешь. Нет. Ну не так далеко, вот. Не, так видно вас обоих хорошо. Не, встань здесь, пожалуйста. Не так вас обоих. Встань просто здесь. Блин, дебил. Че начать? В общем, сегодня я хочу оценить вот этот энергетик. Называется физрук. Конкретный энергетик. Фома рекомендует, как написано. Это Фома, кто не понял, это сериал на ТНТ. Физрук, где Дмитрий Нагиев, Фома Мамаев. Пауз. Ну, изображен сам физрук. Это из сериала «В своей кожанке». Видно? Я не вижу. Да, все видно. «В своей кожанке» изображен. Я намонтирую себе просто монтаж, блядь. С мечом, с черепом, ну, дизайн, ну, хуйня полная, да. Ну, он, кстати, 4 месяца стоял у меня. Ну, это я брижу, я пока читаю здесь таурин. Сразу нашел таурин. Таурин 30 миллиграмм. Ну, то есть, это просто моча. Звук открывания. Палец неудобно ставить, потому что, ну, запарились специально, чтобы мне было неудобно. То есть за это минус балл. Я открываю. Уйди отсюда, Ярик. Я потом позову. Блять, не больно, вот. Окунь, все, я открываю. Звук. Смотри, что здесь, смотри. Снимаю. Ну, звук, как будто, ну, физрук пернул. Пахнет, как обычно, физрук. Понюхай. Да, неправда. Понюхай, чем пахнет. Ничем не пахнет. Гуляй себе рук. Когда? Я видел с мамой. Он с этим мамой. Так, ну что, пробуем? Моча накинь. Не, вкус 5 из 10. Попробуй. Да, дегустация. Да. То есть мнения не имеешь? Да. Ну, я, если честно, я думал, что будет хуже, потому что я же стоял там. Сколько, блядь? Мы его купили 2 недели назад, чувак. Какие 4? 2 недели назад мы купили. 2 недели назад купили. 2. 2-4 вообще-то. Нет, пить можно. Ярик! Иди сюда! Ты можешь оценить энергетик на... То есть, ну, нет. Пожалуйста, просто попробуй немного и скажи, как надо. Ну, как видно, он пиздобол, он пиздел, что вкусно, на самом деле, он, ну, просто жизнь никогда не пил, ему не с чем сравнивать. Хуйня полная. Ну, нормально. Финальная оценка физрука 12 из 10. Сколько уже снимается? 13-20. Так я намонтирую, там 2 минуты всего будет. И следующий энергетик. Следующий энергетик — адреналин раш, Game Hero. Мне сейчас заживы такой ебливое. Ну, сразу плюс 10 за дизайн. Тут такая буковка А красивая. Ну, синий свет, нормально. Так, жму на все кнопки. Ну да, прикольно. Ну, это чисто... Хеймер. Социальные комментарии они решили оставить. Таурин. 120 миллиграмм, то есть 30%. То есть это уже... Да, здесь встану. Там за свет будет, вот там. То есть это уже презентует на что-то глобальное. Еще я его открою. Ну, дизайн это понятно, 2 из 10, хуйня.
Ну, нормальный такой звук, звучание с реверберацией, там все как положено. Все накрутили, свели звук, мастеринг, вот это эквалайзер, все сделали. Спасибо. Пахнет точно так же, как физрук. Smells like Teen Spirit. Ярик, иди попробуй. Там не засвечено, надеюсь. Засвечено. Сука, Владик, блядь. Да все нормально, все видно. Я хочу сказать, что физрук, он, ну, повкуснее вроде. Попробуй. В этом привкус мочи какой-то есть небольшой. Да. Либо ты на коне, либо ты по коню. Да, блядь, в этом привкус мочи. Нет. Напиток безалкогольный, тонизирующий, энергетически газированный, блядь. А здесь написано, либо ты на коне, либо ты по коню. Энергетический тонизирующий напиток. Блять. Тонизирующий энергетический напиток. Тонизирующий. Я потом заблюжу все, и типа здесь будут характеристики. Тонизирующий энергетический даже. Напиток безалкогольный, тонизирующий энергетический, газированный физрук. Стоил, нам обошелся 75 рублей без скидки. Турин там 30 миллиграмм, кофеин я хуй знает, мне не смотреть. На вкус нормально. То есть свои деньги я уже. Напиток безалкогольный, тонизирующий, газированный энергетический. High fuel, адреналин, игровая энергия. Стоимость без скидки 120 рублей с лишняком. Своих денег нахуй не стоит, блядь. Жми на все кнопки, блядь. Ну это хуйня реально. Таурин 130, насколько я помню. Кофеин 0, минус 10, блядь. Вкус. Своих денег не стоит. Ну вот Владик его купил сегодня за 70. За 70, наверное. То есть это в 3 раза дешевле. Ты? Нет, вот, ты серьезно говоришь, моча, блядь, реально, попробуй. Не, ну это хуйня полная, реально. Ну как, ну ладно. Да, хорошо. Да пошел он нахуй, так он вообще-то в конце сериала сдох, если кто не смотрел. Я бы заспорил просто. Ну значит так, если вы хотите реально быть блатным, чтобы у вас облысела башка нахуй, чтобы шрам был на левом глазу, чтобы у вас в одной руке мяч, в другой баскетбольный череп, то пейте вот эту хуйню, блядь. Ярик! Иди сюда! Ну, если вы хотите быть реальным хаймером, то пейте адреналин хаймфьюэлл. То есть, ладно, я живу на все кнопки, там-то там. Хуя! Чисто Mortal Kombat с пацанами под пиво поиграть. Ну, то есть, под динамитом. Ярик, иди сюда! Иди сюда, ну, плечо не сломается, блядь. Не кто не понял прикола, я типа стал и геймер, и блатной. Поставим это домовому. Это я их доплёт. Я и говорю, пошли. Частная собственность. Частная территория. Не, пошли по-мужски поговорим просто. Давай, подойдем, по-мужски поговорим, честно. Без камеры. Пошли. Выключай камеру. Я тебе сейчас твой телефон в жопу засуну, серьезно. Выключай камеру, пошли, поговорим по-мужски. Я сейчас полицию вызвал. Я тебе серьезно говорю, давай, пошли. Давай, выключай, пошли. Давай поговорим по-мужски, я тебе серьезно говорю. Нахуй ты снимаешь, блядь? Эй, иди сюда. Промазал, блядь.
ты иди сюда, ты что снимаешь? Сюда подошел? Сни, у нее, блядь, ломка, и надо полить. Не помогает. Я потом обрежу, типа, я помогу. Окей. Все, я облез полещал. Ну, адреналин фью, это... Ну, звук открывания хуя, дизайн за ухо. Ну, запах нормально. На вкус терпимо, да. В общем, 4 из 10. Ну, звук это такое... Ну, звук открывания, хуйня полная. Дешевая, дешевая хуйня. Моча на запах. Моча на вкус, блядь. Турина, нахуй, ну, на ребенка. Дизайн, говно, блядь. Короче, 12 из 10.